Здравствуйте, уважаемые зрители. Город Краснодар. Поддержанные автомобили. Это Фадеева 350, район аэропорт. Ключ авто. Пройдемся по крузам. Есть круз-седан, хэтчбэк, там еще есть варианты. То есть будет видео такое 500-700 тире, наверное, максимум по недорогим автомобилям такого класса. 12 года круз. Один владелец. 1.8, 141 лошадь, коробка механика. Пробег 84 тысячи. 12 год, 545 тысяч рублей. За пробег до сотки они указывают. И похоже на оригинальных дисках, на шевролетовских. Да, сзади тоже дисковые тормоза. Беленькие. Но он смотрится очень неплохо. Ну, ценник 545. Белый цвет. Так, глянуть его немножечко визуально. В салоне здесь машинки закрыты. Ну, тканевый салон, механика, как уже, в принципе, все было сказано. 545. Солнышко разыгралось, прям, наверное, будет пересвет в кадре. Так, 12-го года круз хэтчбэк. Он дешевле почти на 100 тысяч. Год такой же. Но у него пробега 117, два владельца, 1.6, 109 лошадей. Видите, примерно одинаковые автомобили, но ценник разный. Скорее всего, правда, у этого будет состояние похуже в плане кузова, наверное. Тут прям вот хорошо смотрится, мне кажется, все у него в порядке, у белого. Ну вот есть черный еще хэтчбэк. На 100 тысяч дешевле такого же года. Что тут? Фокусы стоят. Давайте фокус глянем. Фокус на роботе. Это неинтересно. 2 литра, 6 владельцев. По-моему, все ясно. Камри это была на другом видео. Так, мы сейчас против солнышка, наверное, будем снимать. Еще у нас есть Kia. Ценник 700. Это Сид. 12-го года. Автомобиль продан, обратите внимание. Один владелец, пробег 130. Автомат 1.6. Ну, уже, считай, автомобиль купили, поэтому смотреть его большого смысла нет. Вот крузы представлены еще 535, 545. Смотрите, опять же, седан и хэтчбэк, и оба белые. Оба белые. 14-й год. Один владелец, пробег 108 тысяч. Механика 1.6, 109 лошадей. Смотреть его. Вокруг. Вы слышите этот звук? Это пытаются запустить дастер. Дастер сопротивляется. Давай, 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 давай. Не хочет он запускаться. Chevrolet Cruze белый. Еще один. Только седан. На механике. Здесь 13-й год, 535. Один владелец тоже, пробег 95. Механика 1.6. Все то же самое. По крузам прошлись. Остальные машины были уже на видео. Поэтому сейчас пойдем, пройдем по поликам и по вестам. Вот перед нами два Соляриса. Белый 18-й год. Ценник 900. 1.6 на автомате. Один владелец, пробег 35 тысяч. 35 тысяч пробег, 900, год 18-й. 19-го года машина, цена 3.8. 888 тысяч. Один владелец, пробег 29, 1.6, коробка автомат. Разница, да? В 12 тысяч. Хотя этот на год. Тот белый, этот красный. Оба на штампах. С колпаками. Оба 1.6. Ну вот, смотрите, по Солярисам, конечно, очень много Солярисов. Вот Рапид стоит. Пойдем сейчас по этому ряду. Вот Солярисы, Поло, и там вот очень много Вест. Закончим Рио хэтчбеком. 850 19-го года Рапид. Немножечко не укладываемся в бюджет. 1.6, 90 лошадей, механика, пробег 27 тысяч. Считай, новая машина. Обещал 700, да? А получается уже 900. Здесь тоже 975, 19-го года. Прям годовалые машины. Один владелец, пробег 21 тысяча. Коробка автомат 1.6. Смотрите, еще один. 795, почти 800. Там последняя стоит Королла, 850, к ней мы сейчас дойдем. Давайте все-таки, как обещал, бюджет показать. Этот Солярис будет, думаю, в нашем бюджете. Я думаю, не будет стоить 800. Наверное, что-то в пределах 500-700, как обещал. Коробка автомат.
575, вот, пожалуйста, рестайлинговый. Ну, после первого рестайлинга. 15-й год, 1.4 автомат, два владельца, пробег 176 тысяч. Автомат с моторчиком 1.6. Так, вот да, по этому ряду я прошелся и обещал машины показать в ценника 700. Не знаю, пересвет есть, вам солнышко бьет. 690 17 года, 1.6, 110 лошадей, механика. Один владелец, пробег 63 тысячи. 690 от одного хозяина, полик. Так неплохо, он неплох, конечно. Визуально. Веста, белая Веста. На дисках Кумха. Сзади барабаны. Веста на механике. 545. Два владельца, 1.6. 85 тысяч километров пробега. Белая Веста. Вот тоже 545. В пределах 500-600. 556 Веста на резине Матадор. С дисками. Боюсь за солнышко, что оно слишком будет бить в кадр. Не очень, но удачно. 1.8. Робот. Блин, по-моему, эта машина уже была на моем другом видео. С плавничком. Веста серая. Ручки в цвет. Штампы с колпаками. Рядом белая. Блин, по Рио как печально, да? Такая царапина. Кто-то не проехал по габаритам где-то. Эта Веста совсем простенькая. Даже мультимедии нет. Ценник 549, 17 год, один владелец, пробег 112, 106 лошадей. Так, поэтому Рио, который на палке, 597, на палке, который, ну чем на палке, не, на автомате. На автомате 597, задний бампер выделяется по цвету, потому борт вы увидели, да, что произошло. Вот 600, здесь пробег 129, один хозяин. 1.4 автомат. 1.4 коробочка. Коробочка автомат, мотор 1.4. Полики, полики. По поликам очень много, конечно. Вот Королла красная, которую я обещал. Ценник у нее 850. год. Автомат, один владелец, пробег сотка. 850 тысяч на автомате Королла красный. Довольно-таки надежный аппарат, конечно, можно ездить и ездить. Если купить живой. 945 Polo 19 года. 1.6. 110 лошадей, бензин. 9,5 тысяч километров пробега. Один владелец по ПТС. Новая машина 19 года. Ценник до миллиона. И он еще с противотуманными фарами. Там пишут комментарии многие, что у новых фар туманки встроены. Rapid 828 18 года. 879 Polo 18 года. Один хозяин, 39 тысяч километров пробега. 795. Так, по этим мы уже ходили по солярисам. Давайте там посмотрим, еще есть Рио, вон они стоят. Сейчас до них дойду, включусь. Вот, подошел белый Рио. Почему-то в этом кузове их мало. Солярисов новых уже полно, а Рио, хотя это одна и та же машина, по сути. На механике. Вот ценник 817 года. 1.6, механика, один владелец, 57 тысяч пробега. 57 тысяч. Новый, машина новый. Штампы с колпаками. Ну, будет такая комплектация, конечно, довольно-таки простенькая, но тем не менее, такой автомобиль присутствует. Рио 649, значит, там по техническим причинам. 525 Солярис. Рио 525, 14 год. Еще один Солярис 619. По Солярисам вы обратили внимание, да, сколько их тут. Просто я уже не помню, многие я уже показывал, чтобы по 10 раз одну и ту же машину не показывать. Смотрите другие видео и подписывайтесь на канал. Полик вот 700, 16 год. 1.6, один владелец, пробег 66 тысяч. Коробочка автомат. Один владелец, 700. Тоже он с противотуманными фарами. В коричневом. Ну, он прям хорошенький, он будет на дисках. Автомат, 700. Хорошая комплектация. Polo Rapid.
Водоропит. На дисках задние дисковые тормоза. Коробка DSG 1.4, да, 700. Два владельца 15-го года. Еще такое чувство, что он был уже на моем другом видео. Ребят, ну вот RAV4, да? RAV4. Легендарный автомобиль. На каком-то видео тут была беленькая, попалась у меня за миллион. Прям была кайфовая, мне понравилась, быстро ушла. 8-й год, RAV4, 870. 2.4, полный привод автомат, два владельца, пробег 130. Блин, если это реально ее пробег, то ей, в принципе, износа не будет. На век, на чей-нибудь хватит. В бежевом цвете. 2008 год с кожаным салоном. Стоит еще одна. В таком же цвете. Цена почти 900 за такой же год. Тоже 2.4. Автомат. Один владелец. Пробег сотка. Бензин. А вот привод полный. Да, привод полный на светлом салоне. Перфорированная кожа. Это тоже очень достойный автомобиль. Бежевый цвет. Ну, коцки есть по кузову, конечно. Там притертость. Куда ты, никуда от этого не денешься. Так будет всегда. Это такое получилось видео. Огромной всем удачи. Ставьте палец вверх. Пока.